Там всего две сковородки. Там всего две. Две сковородки? Да. Там всего две сковородки. А вы сразу и мне даже две. Больше, чем две. Ай. Почему так холодно? Потому что ты кофту надо было одевать. Здесь тоже одежда, открывайте. Лена, возьми. Кидай. Вон там ножик есть, открывайте. Вот туда положи, вот там открывайте. Чего? Все, открывайте. А, кому-то можно тоже брать? Конечно. Нормальный? А, надо смотреть. Все, принеси сюда, положи. Но они если маленькие, если большие. А где Витя? Можно. Лена, мама. Лена, возьми. На, все, возьми. Катя, Таня, еще возьми сковородку. Сколько кому надо? Таня, возьми сковородку. А вы вот сковородку мне? А где вот Катя Таня? А где вот Таня? Вот так. Вам сколько? Чашек. Чашки, берите чашки. Девочки, я беру сразу этот. Дайте ей один. Вы смотрите, что ты зачем берете? Вот ей один, дайте. Хорошо, возьмите. Витя, где мой вот этот? Так, сковородка кому не досталась? Сковородка кому не досталась? А чайника? А кому надо? Кому надо сковородка? Сколько вы замалки, вот эти всякие. А Мили, надо же. Вот. Что получил, вы хотите? Вам сколько чашки? Чашки, кому чашки? Чайника нет. Положи, она в сторону. Нет. Ложки полежи, Зоя, где-то ложки я все дала по 10 штук отдала. Она мне не дала. Давайте тут сделаем. Есть, я потом, да, я не знаю, там откуда же положили. Ролики, можно ролики, пожалуйста? Кому чашки, девочки? Где мой, который вот был внутри? Положи, кто-то взяли. Здесь есть такие тарелочки. Алина, там нету зонтика? Зонтика взяли? А можно вот это? Что надо? Я хочу посмотреть, что вы сейчас открываете. Может, это вот сетёнки? Сетёнки есть. Вот такие тарелки кому нужны? Кому тарелочки? Давайте тарелку одному, девочки. Кому нужны еще сковородки? Я не могу.
девочки, вот смотри. Аля, утром мальчишки. А я хотела тоже.